здесь необходимо помнить, что не то, что входит в уста наши, оскверняет нас, а то, что исходит из них. Поэтому рождественский пост, как и пост и любой, это, опять же, прежде всего, воздержание духовное, а пища здесь является неким средством обуздать нашу плоть. Поэтому вслед за постом телесным должен последовать и пост духовный.